В стенах Казанского федерального университета состоялся ежегодный проект «Летний институт». В нем молодые исследователи и преподаватели из стран СНГ смогли познакомиться с последними достижениями российской исторической науки и методологическими практиками в образовательном и научном процессе. Его на самом деле проводит эту часть Московский государственный лингвистический университет, Нижегородский лингвистический университет, Псковский университет принимает участие. Но это сетевой проект, так же, как мы свой летний университет проводили в партнерстве с ведущими вузами Приволжского федерального округа, также и в данном случае Московский лингвистический, проводит его в партнерстве, в том числе с Казанским федеральным университетом. Мы пригласили 25 человек из следующих стран. Это Белоруссия, Минский государственный университет, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Представлены и региональные вузы, в частности Таджикистан, это Ходжанский и Кулябский госуниверситеты. Всем приглашенным гостям была проведена экскурсия в музей истории КФУ, в котором им удалось познакомиться с историей Казанского университета. Музей впечатляет уже то, что в университете имеется 12 музеев, потому что я считаю, что это большая роскошь, и для меня это прям вау, потому что я знаю, что иногда бывает в городах, да, не бывает 12 музеев, а здесь внутри университета уже 12, и это на самом деле очень так вот впечатляет. Во-первых, мы видим, как, да, как мы можем взять какой-то опыт, да, какой-то опыт мы даем, то есть это вот такой очень хороший обмен опытом. Второе, это очень насыщенное культурно-массовое мероприятие, да, программа, где мы можем наблюдать традиции народов, великолепную историю, красивые города и страны, поэтому я считаю, что в рамках дальнейшего международного сотрудничества этот проект должен жить. Также участникам мероприятия удалось послушать лекции спикеров и подготовиться к еще одному насыщенному дню. Презентация КФУ, лекция-дискуссия России и стран Востока, постбиполярный период, мастер-класс концептуальное оформление имиджа России, роль публичной дипломатии в формировании имиджа России, а также презентация канала Универ ТВ. Летний институт – это проект, создал такую хорошую площадку, которая дал нам новую мотивацию и направление на инновационные проекты по научному направлению, по подготовке журналист-кадров. Программа пребывания проекта «Летний университет» включала в себя лекции, семинары, практические занятия, а также экскурсии и культурные мероприятия. Важно отметить, что одним из организаторов данного проекта совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации был Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.